змагання сьогодні офіційно відкривала ваша колишня дружина, олімпійська чемпіонка Ліля Подкопаєва. Вона вже останні кілька років весь час живе в Америці з вашими дітьми. Я так розумію, що останні кілька років своїх дітей ви бачите тільки по скайпу. Як ви домовилися з цього приводу? Тому що все ж таки це і ваші діти так само, як і Лілі. Прежде всего, я хочу поблагодарить, что она откликнулась на приглашение, пришла. И для меня это, если честно, культурний шок, сюрприз. Я так розумію, що ви телефонували колишній дружині без надії, що вона прийде на змагання, які ви організовуєте. Если честно, для меня очень важно было пригласить. Мы ее приглашали всегда на свои мероприятия. А сейчас сошлось так, что она в Украине буквально несколько дней. Я пригласил, она сказала, окей, если получится, заеду. И я для меня это был, естественно, культурный шок. Это первое. Второе, дети не всегда в Америке, они сейчас в Украине. Они 8 месяцев в Украине, 4 месяца в Америке. Иногда 5 месяцев в Америке, 7 месяцев в Украине. То есть они дополняют украинское образование американским. Как вы узгоджували такой график? Я считаю, что мы должны дополнять друг друга и принимать коллегиальное решение. Когда она говорит, что очень было бы правильно, чтобы дети получили дополнительное образование в Америке, я говорю, окей, нужно оплатить. Окей, оплачиваем вместе, решаем цивилизованным образом, нашли какие-то компромиссы, опять в интересах детей. Мы же несем ответственность, и мы хотим, чтобы они получили то, что мы не получили в детстве, ни Лиля, ни я. То есть поэтому дети получают лучшее образование, дети обуты, одеты и всегда в контакте. Вы летаете в Америку до детей? Получается так, что уже второй раз за год, короче, лечу в Америку. То есть если Лилия скажет, Тимофей, ты должен быть в Америке, я все брошу и полечу ради детей. У вас есть еще одна дитина от нового шлюбу. Чи знакомы дети и своей молодшей сестрой? Конечно, и отдыхаем вместе. Здорово, когда дети находят между собой общий язык, занимаются вместе спортом. Каролина с Вадиком научили уже Николь кувыркаться. Они говорят, мы хотим научить ее плавать. И они учат ее языку.